друзья! Сегодня мы с вами сделаем флаффи слайм из обычного пластилина, который все так хотят сделать. Поэтому сейчас самое время поставить лайк под этим видео, подписаться на канал и отложить все дела, потому что это видео стоит посмотреть от самого начала до самого конца очень внимательно. Итак, меня зовут Алина, и вы на канале Эллен Стар. Ну что же, не будем затягивать и начнем! Для этого флаффи слайма из обычного пластилина я буду использовать клей ПВА, тетраборат натрия, пену для бритья и простой пластилин. Я выбрала красный и синий. Теперь их измельчу, чтобы легче было перемешивать. Добавлю немножко клея и позову маму мне помочь. А теперь я постараюсь разомять то, что у нас получилось, руками. Пока что на слаймик оно не похоже. Как пластилин вот с клеем тянется. К рукам липнет. Но надо хорошенько разомять. Кусочки отпадают. Тяжело разминать. Давайте попробуем добавить сюда еще клея и пенки. Разминаем с пеночкой. Он жесткий. Он совсем не хочет разминаться, ребята. Но мы не сдаемся. Вылетает в разные стороны. Для того, чтобы он превратился в однородную массу, нужно много времени. Я думаю, если долго его разминать, он должен получиться. Сначала он, вот видите, кусочками разминается, не хочет. Еще, конечно, можно попробовать добавить водички теплой, чтобы он стал помягче. Видите, какие нити? Он не то, что не тянется, он вообще в кучку не собирается. Я предлагаю добавить еще клея. Алинка пока добавит немножко клея, а я пойду помою ручки. Вот я пришла и предлагаю еще добавить пену. Будем добавлять ингредиенты, пока он не размякнет. Пока что клей с пенкой соединяется вместе, а пластилин к ним не хочет соединиться. Давайте добавим еще теплой водички.
попробуем в теплой водичке размять пластилин. Сразу видно, что пластилин стал помягче немножко. Добавим еще немножко водички. Добавляю еще теплее водичку, но боюсь, чтобы клей не свернулся. Видите, пластилин понемножку растаял, стал маленькими кусочками. Еще одна идея. Можно было пластилин просто натереть на терке. Два цвета смешались, и сейчас видно, что консистенция получилась все равно синего цвета. Фиолетового уже не видно. Вот такая вот кашица. Давайте еще раз рискнем и добавим еще тепленькой водички. О, водички уже видно как много. Такая вот кашица. И уже кажется, что ничего из этого хорошего не получится. Но мы не сдаемся. Делаем дальше. Теперь предлагаю вот эту вот водичку слить. Вот водичку я слила. Немножко оставила, конечно. И вот такая вот у нас каша у нас получилась. Как будто мы сюда и клей не добавляли. Но мы добавим еще раз клея и пену. Так, достаточно. Пену. Алинка, дай, пожалуйста, пену. Перемешиваем. Я думаю, сюда сразу надо капнуть тетраборат натрия. Чуть-чуть. Добавляем пену. Этот флаффи слайм из обычного пластилина не простой рецепт, поэтому надо немножко потрудиться. Берем в руки. Если что, мне будет Алинка добавлять ингредиенты. Ой, он такой тепленький. И к рукам сначала хочется его вот так вот. Алинка, добавляй, наверное, еще немножко клея сюда. Сейчас я его разомну. Он сыпется. Давай, добавляй немножко клея. Сюда, в серединку. Еще. Еще. Хватит. Пенки немножко добавь. Давай. Добавь еще водички, пожалуйста. Водичка его немножко размягчит. Он рвется. Значит, надо добавить пенки. Еще, еще, еще. Все, достаточно. Пока что наш слаймик вот такой вот. Добавим, наверное, еще немножко водички, чтобы он сам пластилин измельчился. И я предлагаю добавить немножко шампуня, так как он у нас очень твердый. Видите, он начинает тянуться, но все равно кусочки остаются. Добавим еще пены. И добавим еще шампуня. Перемешиваем. Наконец-то он хорошо тянется. После долгого размятия флаффи слайма из обычного пластилина вот что у нас получилось. Конечно, видно, что у него много очень есть еще частичек пластилина. Когда мы его перемешивали, он сыпался, этот пластилин. И вот что из этого у нас вышло. Я хочу его приукрасить. Вы
выберу вот такие цвета. И еще такой цвет добавлю. Вот такой флаффи слаймик у нас получился. Он, конечно, не очень хорошо тянется, но все равно хорошо, что он получился. Если вы впервые на этом канале, то напоминаю, меня зовут Алина, и вы на канале Эллен Стар. И кроме Ютуба у меня есть другие соцсети, например, Инстаграм, Лайк и ТикТок. Там есть много интересного из моей личной жизни. Заходите по ссылочкам под видео. Ну а если вы подпишетесь сейчас,